Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам рецепт своей горчичной маски, которая не только стимулирует рост волос, но и укрепляет их и делает их более такими пышными и блестящими. Если вам интересно, оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Итак, нам понадобится 1 столовая ложка горчичного порошка, я ее уже насыпала сюда. Далее нам понадобится 1/2 столовой ложки или 1 чайную ложку сахара. Понадобится желток яйца. Далее нам понадобится 1 столовая ложка репейного масла. Далее нам понадобится 1 столовая ложка с горкой хны. Это у меня окрашивающая хна, но я буду держать полчаса, поэтому она проявит только укрепляющее действие. И также нам понадобится пара капель какого-нибудь органического масла. Сегодня я взяла масло органической клюквы. Добавляю совсем немного, пару капель буквально. 4 капли я добавила, не пару. И последний штрих — это немного кипятка. И сейчас я буду это все тщательно мешать. Итак, вот такая кашица у нас не очень приятного цвета получилась. Она такого цвета за счет смешения зеленой хны и желтого горчичного порошка. Запах у этой маски тоже, я вам скажу, не самый лучший. Простая горчичная маска пахнет намного лучше. Если она у вас получается немножечко густоватой, то разбавьте ее еще водой, и у вас обязательно получится такая консистенция. Сейчас я нанесу это на голову и буду держать 30 минут.